На бишкекской сцене выступят известный дирижер Майкл Рольф Кук, сопрано Джамиля Раймбекова и тенор Гэри Дэвисли. Они выступали на самых авторитетных концертных площадках мира – Ла Скала, Ковенгарден, Карнеги Холл, Венская опера. В Кыргызстан артисты прилетели из Германии. На сцене Бишкека они выступят впервые. Считается, что оперное искусство могут воспринимать лишь единицы, либо профессиональные музыканты. Но это далеко не так. Нужно прийти и самому убедиться, что от истинных жемчужин оперных арий пробирает дрожь. Эта музыка дарит потрясающие эмоции. Опера дарит наслаждение прекрасной музыкой, размышления о вечном и учит нас любить. Среди вокалистов и наша соотечественница Джамиля Раймбекова. Она родилась и выросла здесь, закончила национальную консерваторию, дальше, получив приглашение, уехала развивать вокал в Германию. И сегодня является ведущей солисткой в Театре Германии. Первый концерт у нас будет с симфоническим оркестром с большим под управлением Рахата Османалиева. А второй концерт у нас будет 12 февраля с президентским камерным оркестром АНАС под управлением Эрниса Саналиева. Концерт состоится только в Бишкеке, после чего артисты вернутся в Германию. На концерте произведения будут исполнены на 5 языках – французском, немецком, английском, испанском и итальянском. Язык музыки, он везде един, как и в медицине. Вот есть жесты, которые любой музыкант в любом мире читает. Как признались гости столицы, они в восторге от кухни, гостеприимства людей и гор Кыргызстана. Я очень рад, что меня пригласили, и я оказался в этой чудесной стране. Здесь такие добрые люди. В национальную кухню я просто влюбился, а воздух такой чистый и свежий, что не надышишься. В программе концерта прозвучат арии из опер Верди, Пуччини, Бизе, Маскани и Россини. Зрители услышат арии из лучших опер Травиаты, Силы судьбы, Кармен, Тоска, Бал-маскарад и Сельская честь. На концерте также прозвучат неаполитанские песни. Билеты стоят от 1000 до 1800 сомов, которые можно приобрести в кассе театра или на сайте.